В предновогоднее время свой праздник отмечают люди одной из самых важных профессий – энергетики. Именно они отвечают за то, чтобы уютно светились окна в наших квартирах и домах. Их высокий профессионализм и любовь к своей работе заслуживают самых добрых слов. В преддверии праздничной даты в районной администрации прошел торжественный прием, посвященный Дню энергетика. На торжественный прием главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены лучшие представители трудовых коллективов районных предприятий энергетики. Такие сотрудники – опытные, ответственные, самоотверженные, действительно на вес золота. Хочу вам сказать спасибо, что вот на сегодняшний день вы работаете в этой отрасли. Благодаря вот совместной работе, наверное, идет развитие нашего города и района. Вас поздравляю с праздником! Мира вам, добра, благополучия. Состоялся непринужденный, доверительный разговор Романа Синеговского с энергетиками. Он рассказал им о том, что удалось сделать в нынешнем году в плане благоустройства и развития города и района. Поделился планами на ближайшее будущее. Эти планы весьма обширные и, конечно, они неосуществимы без деятельного участия энергетического комплекса. Глава Славянского района вручил собравшимся благодарственные письма и ценные подарки за высокие показатели в работе и большой вклад в развитие отрасли. Специалисты с благодарностью восприняли их прием главой Славянского района. Их жизнь посвящена любимой работе. Всю жизнь работаю здесь. Все для меня, в принципе, понятно, и главное вовремя все сделать, чтобы была, у каждого потребителя была своя энергия, и как можно меньше было аварий на линиях. В настоящее время вводится большое количество предприятий промышленных, торговых, и наша задача, в первую очередь, обеспечить их электроэнергией. Эта задача в настоящее время выполнима. Мы хотим, чтобы свет всегда был в домах, и чтобы люди все оплачивали вовремя за электроэнергию. Очень важно, что ветераны отрасли охотно передают свой драгоценный опыт молодежи. Качество обслуживания улучшается, внедряются новые технологии. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».